Когда вы заканчиваете дружбу, наверное, уже не так важен этикет, потому что вы нанесете таким образом травму, если человеку важно, чтобы вы были его другом. Если ему не важно, тогда, если вы просто станете реже отвечать, станете отвечать суше, сама по себе эта дружба развалится. Вот. Но, конечно, это честность, когда вы говорите с другим человеком. Это и есть настоящий этикет. Другое дело, что эта честность не должна ранить. Вот. Но честность – это и в любовных отношениях, и в дружеских отношениях. Это все-таки очень важная вещь. Но прежде всего, наверное, это честность с самим собой, когда вы признаетесь в собственных каких-то слабостях или проблемах. Потому что если вы хотите закончить какие-то отношения, то, вероятно, и вы в этом деле приняли участие. Такая обоюдная честность с признанием своих каких-то проблем, особенностей, слабостей. И честность в отношении человека. Если вам он не интересен, не близок по духу, вы не должны держать его в заблуждении. Вот. Другое дело, что как это сказать? Ну, скажите, что у вас другие интересы, у вас другие взгляды на жизнь, и вы относитесь к человеку хорошо, но это для вас серьезная проблема. Это будет честно и по этикету.